Как водится, под конец года все крупные издания и хит-парады чествуют лучших из лучших в своих областях. Так, по мнению авторитетного британского музыкального журнала Q, самым лучшим коллективом современности признана группа Muse. Также на церемонии были отмечены участники Blur, победившие в номинации «Лучшее концертное выступление» благодаря их шоу в Гайд-парке. Старички Палп удостоили специальной награды вдохновения. А лучшим новым исполнителем стал квартет Джанго Джанго. Церемония Q Awards проходит ежегодно, и на этот раз награды были вручены в 23-й раз. We'll be right back.